Сегодня у нас какое число? 30-е, да? 30 января мы все вместе, значит, всей компанией вышли. Мы куда идем, значит? Мы сегодня идем кататься. Говори, говори. Ты, у тебя говорить лучше получается. Вот у меня ровно и гладко говорить не очень получается, особенно на камеру. Yes. Okay. It's okay for you? Yeah, sure. No problem. We're going to the sea. Yeah. Елена, Женя. I like the lipstick for the color. Yeah. It's good. Thank you. Do you have a like a English name or you, how you say it? Joe. Yeah. Okay. Значит, у нас Роман. Помашите ручкой. Девушка, помашите ручкой. Hey, how many videos of you? Девушка Лили. It's nice, mom, you know? Значит, у нас три девушки и три парня. Катере мы сегодня, значит, сколько нас? 6 человек. Отправляемся. Сегодня опять ветреный день. Мы отправляемся на прогулочку. Yes. We two days ago we bought this small, yeah. Oh, okay. This, exactly this, yes. But now, I don't know, it's too big, and we pay just 50 lari, you know? I don't understand why this big boat just for 50 lari. Because, you know, it's a big and take a lot of fuel, yeah, I guess. Ты тоже снимаешь видео? Там внутри есть рубка. Zobacz, teraz zatrzymali, ale
Я не курю. You smoke? Yo, you smoke? Yeah. Никто не курит. Фото потом отправить могу, если что. Вот я и готов. Летом надо здесь приехать. Приедем обязательно летом. Мы даже не уедем до лета. Да, мы не уедем. Очень хороший ресторан. Нам всем очень понравился. Да, 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 да. Это вообще было, да? Сейчас, да,
Хотите приехать в Германию на тюркский ресторан? Нет, ну как вот немцы себя здесь приезжают? Он приходит, типа, у нас тоже это. А ресторан называется как? Мюнхен, да? А что такое? АХБ называется. АХБ. Я думаю, что такое ХБ? Это HB. Хаус. Нет, хоббрау. А для ХБ это вообще-то важно. Вроде бы, слушай. Hofbräu Мюнич. Пивной дом, Мюнхенский пивной дом получается. Hof это пиво же. Hofbräu. Кажется, пивной дом. Я думаю. Hof они говорят немцы, насколько я знаю. Бир это по-английски. Hof это по-немецки. Может, я ошибаюсь, но я просто видел, часто бывал в Hof именно вот там. И там всегда было пиво. Какие здесь красивые официантки.